В Ирбите под снегом запылал вечный огонь. Пламя Победы привезли из Волгограда. Его зажгли от факела на Мамаевом кургане в рамках патриотической акции. Вечный огонь – это напоминание все-таки о тех трагических, но героических днях, ночах, о том, что происходило на фронте и как героически люди помогали фронту в тылу. Без надежного тыла не было бы победного фронта. Огонь в стилизованном факеле в Свердловскую область доставили 4 мая. На мотоцикле «Урал» его привезли на обновленный мемориал, посвященный боевым и трудовым подвигам жителей Ирбита в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония зажжения вечного огня состоялась даже в непогоду. В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители областных властей и делегации из Волгограда. Конечно, для Ирбита это огромная честь, что огонь со священной земли будет гореть теперь в уральском городе Ирбите.